Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня готовим нежнейший, очень вкусный салат, который разойдется просто на ура. Все, кто пробует, сразу же спрашивают рецепт, потому что он получается очень нежным и необычным. Я этот салат называю «Снежная красавица». Надеюсь, вам понравится. Начинаю с того, что нужно замариновать лук. Одну небольшую луковицу или половину большой нарезаю мелким кубиком и замариную. Добавлю сюда сахар, соль и уксус. Если 9%, 1 столовой ложки будет достаточно. У меня винный, я добавила чуть больше. Заливаю горячей водой и это все перемешиваю, пускай маринуется. Если вы используете красный лук, то можно кипятком и не заливать. Крабовые палочки нарезаю мелким кубиком, а заранее отваренные яйца натираю на среднюю терку. Я люблю этот салат еще готовить за то, что он действительно готовится быстро и просто. И собираем салат. Я сегодня делаю его слоями. Первый слой это натертые яйца, сеточка из майонеза. Дальше идут крабовые палочки, снова-таки сеточка из майонеза. Я каждый слой перемазываю майонезом, но добавляю его немного, но вы уже смотрите по ситуации. Лук за это время промариновался, я отцедила его от лишней жидкости и выкладываю следующим слоем. Снова-таки майонез. И дальше одно кисло-сладкое яблоко я натираю на крупную терку. Можно сбрызнуть соком лимона, чтобы яблоко не потемнело. Я же сразу же выкладываю на салат и смазываю тоненьким слоем майонеза. Благодаря этому у вас яблоко не потемнеет. И замороженный кусочек сливочного масла весом 50 грамм натираю также на среднюю терку. Я его подморозила, так намного проще с ним работать. Распределяя равномерным слоем, и сливочное масло придаст сочность и нежность, и, конечно же, сливочный вкус для салата, что и даст изюминку для его. И завершающий слой – это плавленый сливочный сырок. Вытираем блюдо и готово. Просто, быстро. Можно сразу же подавать на стол, а можно приготовить заранее, пускай промаринуется. В моей семье этот салат готовится очень часто и нравится всем. Ну что ж, друзья, а я буду надеяться, что этот рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новой встречи всегда на канале «Вкусно, просто и доступно». Готовьте с любовью и будьте здоровы. Пока-пока!